Уважаемые друзья, сегодня мы говорим о визитной карточке молдавского виноделия. Фетяс Коняга. Сорт, который имеет огромную историю на нашем регионе и завоевал очень много медалей, сердец и популярности. Сегодня у нас Фетяс Коняга от компании Козаяк. Красное сухое вино, которое имеет пурпурный цвет, очень приятный, глубокий. В аромате мы хорошо чувствуем ягоды, специи, землянику и фруктовые оттенки. Во вкусе очень приятно, очень сбалансированный и вино, которое хорошо подойдет к местной кухне, жаркое, мамалыга, филе миньон, медальон из говядины и, почему бы и нет, попробовать его сочетать с выдержанными сырами. Пейте интересные вина и радуйтесь жизнью.